соучредитель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс прогнозировал конец шатдауна коронавируса через 6-10 недель, передает Bloomberg. Если власть хорошо справится с тестированием и карантином, то в течение 60 недель уже будет очень мало случаев заболеваний, отметил он, отметив, что только в таком случае у людей будет возможность восстановить нормальную жизнь. Напомним, фонд Билла Гейтса выделил 100 миллионов долларов на помощь в решении глобальной проблемы с COVID-19. Напомним, по состоянию на утро 19 марта в мире насчитывалось 218815 случаев заражения коронавирусом в 158 странах и зависимых территориях. Количество тех, кто выздоровел, составляет 84 114 человек, умерших – 8810. На фоне продолжающейся пандемии ученые в США уже начали тестировать первую вакцину против коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.